800 тысяч километров пробега – это много или мало? Для одного человека, пожалуй, достаточно. Михаил Юрьевич за баранкой большую часть жизни. За руль сел еще в армии. Потом 4 года работал в автобусном парке. Следующее место работы – специализированное муниципальное предприятие по санитарной уборке. Здесь он трудится 33 года. Шутит, что работает во имя чистоты. Начинал с Лиазов, с автобусного парка. Потом сюда пришел. Тоже Лиаз был. И на ГАЗе 50, на базе ГАЗ-51 автобус был, на ГАЗе 53-го, потом на ЛАЗах, и вот последние пазики. Михаилу Юрьевичу за добросовестный труд и награда положена, решили руководители СМП. Медаль первой степени за безаварийную езду вручается только сотрудникам предприятия с большим стажем и километражом на рабочем авто более 500 тысяч километров. У водителя Прохорова по всем параметрам уверенный зачет. Эта медаль, она введена в 2007 году, вот, впервые. И в Ивановской области не вручалась уже, по нашей информации, порядка 6 лет. Нареканий в течение 30 лет к данному водителю не было ни по безопасности дорожного движения, ни по остальным рабочим моментам. К своему авто Михаил Юрьевич относится с любовью. Каждый день перед выходом на линию мужчина развозит смены на работу, проверяет, в порядке ли вверенная ему техника. На дороге предпочитает вести себя осторожно, потому и аварий в его практике не было. Я принцип соблюдаю, правило 3D. Дай дорогу дураку. Вот и все. Мастер безаварийной езды среди других сотрудников СМП как старший наставник. К нему прислушиваются, уважают и ценят за опыт и легкий нрав. И я, бывает, спрашиваю, всех тонкостей в машине не знает никто. И мне подсказывают, и я подсказываю. Ну, например, что-то, вот заглохнет машина, никто не знает, что и чего, пока найдешь причину. Так друг другу помогаем. Вождения в жизни хватает, шутит Михаил Юрьевич. За 40 лет накатался. Работать приходится с 4-5 утра до 9 вечера, пока последний сотрудник не окажется дома. Поэтому вне СМП Михаил Юрьевич предпочитает ходить пешком. Для здоровья полезно. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.